Друзья, привет всем! Мы недавно анонсировали видео, наверное, уже даже многие выпустили его. ДТЗ-5244HPX. Даже отражатель стоит, отражает свет от фонаря. В общем, пришел в черном цвете. Кому интересно, вот, пожалуйста. Ну, прокрас хороший, кузовни, и видно, что идет достойная такая вот. Достойное покрытие, как в принципе и в синих тракторах. По остальным каким-то элементам трактор не потерпел абсолютно никаких изменений. Все тот же ДТЗ, все тот же объемистый движок, все та же особенность работы двигателя на повышенных оборотах. Ну, так как в нем больше, чем во всех его остальных одноклассниках. Но скажу так, что в принципе дизайн шикарный. Смотрится очень богато. Очень красиво, мало таких будет, можно будет чем выделиться из толпы. В остальном все так же, в общем, 24 лошадиных силы, расширенный объем двигателя, 3 цилиндра, полный привод, блокировка дифференциала идет у него, есть, то есть все это удобно, регулируется руль. Высота руля регулируется. Есть реверс, ручной газ, коробка передач, вал отбора мощности. Ну, в общем, пятого месяца 21 года трактор. Ну, бросается, конечно, в глаза на фоне вот всех синих, конечно же. Но вот он как бы очень сильно так выделяется. Это как черный бумер, я не знаю, среди всех тачек. Кстати, они чуть-чуть поравняли сидушки. Раньше вот эти подлокотники вот на таком уровне только опускались, максимальное опускание было. Вот, ну, сидушка, понятно, подвигается вперед-назад, регулируется жесткость, идет зип-набор с фильтрами. В остальном все в принципе то же самое. Я не вижу никаких конструктивных изменений в данном тракторе. Два гидровыхода, розетка, раздельная масляная ванна. Все устлано щупами необходимыми, удобными. Все можно посмотреть. То есть все очень довольно-таки добротно, качественно, серьезно сделано. Все закрыто. Ну, добавить мне нечего. Лакшери, люксовый трактор ДТЗ-5244. Он, в принципе, топовый, остается шикарным вот таким вот тракторцом. Извините, что снимаю уже в темное время, но я думаю, в принципе, это понятно, о чем идет речь. Ну вот, сегодня был прямой эфир, мы заводили его. Кто-то спрашивает, почему работает трук-трук-трук. Вот такая работа двигателя. Я думаю, это все из-за объема. 3 года гарантии. Всем хорошего дня, вечера, хороших, прекрасных выходных.